Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1380. 5 седьмых некоторого числа равны 7 пятых этого числа. Какое это число? Давайте составим уравнение. X это наше число. И чтобы найти 5 седьмых от этого числа, нужно 5 седьмых умножить на число. То есть 5 седьмых x мы получаем. И 7 пятых числа это 7 пятых х. И по условию у нас сказано, что это две величины равны. То есть 5 седьмых х будет равно 7 пятых х. И из этого уравнения мы должны найти х. Получается, что мы одно и то же число х умножаем на два разных числа, на 5 седьмых и 7 пятых, но получаем один и тот же результат. И это бывает только в том случае, когда x у нас 0, то есть x будет равняться 0. И выполнили задание 1380. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.